Здравствуйте. А? По-русски? Кто вы будете? А мы журналисты, снимаем здесь. А снимаем, что, документы здесь есть? Ну, конечно. А кто вам дал разрешение? Пойдемте, не надо снимать. Пойдемте, выясним потом. Позвоним сейчас. Ну, это мое. Ну, я знаю, твой отдам, да. Отдам. Пойдемте туда. А, на участок. На участок, вот рядом. Ну, хорошо. Так же нельзя. А почему? Что, вы фильм снимаете или что? Может, вы... Ну, документальное кино. А откуда фильм? Вы, из Англии, что ли? Нет, с Чешской Республики. Славяне, что ли? Да, славяне. Ай, молодцы. Я фактически учитель русского языка и литературы. Государство уже власть взяли, уже русский язык не преподается. Поэтому же мне работы нет, я сюда перешел. Ну, 3 года уже работаю оператором. Ну, тяжелый, конечно. А. Это еще Алиев говорил, что труд нефтяников это больше, чем героизм. Труд нефтяников это больше, чем героизм. Историю там посмотри, а там вообще в деревне времена, в 12 веке, просто что вышло, это возили на Европу, там на Восток. Там же раньше были не такие лампы, черные лампы, там они как раз бакинские нефть. Это давно, самый первый это Баку. Вот это тоже. Специально бурение, первое бурение. Ага. Это бурение там где-то. Потом на море тоже, в 49-м году, впервые в мире в Баку. На открытом море добывали. Вот это краткая история. Haşirdən başa çıxmış əvvəl mərmədə kimə lazım idi. Tutub gətirmişəm sahəyə 3 nəfərdilər. Hə, 6.90 buradayım zəng edin. Это же объект. Это стратегический объект. Понимаете, в чем дело? Ну, надо взять разрешение. Понимаете, это нефтяной промысел. Понимаете, в чем дело? Да, конечно. Я поговорю сейчас с вами начальством, я им скажу. Нам очень интересно было бы снимать интервью с рабочими и с людьми из государственной компании, из государства, чтобы просто фильм такой широкий был, разные люди могли там поговорить. Да, а вы сколько дней уже здесь? 2-3 дня. Не очень много. Мы просто только что приехали и сейчас начинаем искать контакты и возможности, как снимать такой фильм. И хотели бы с вами просто посоветоваться, если это возможно будет, потому что... Мы знаем, что надо нам разрешение на такие вещи, чтобы снимать государственные какие-то учреждения. Ну, это мы сделаем, да. Ну, это советское время было такое, да. Вы тоже чехи были с нами вместе. Ну, да. Обязательно надо рабочим беседовать, обязательно надо женщиной беседовать. Это были остатки социалистического строя. Да, обязательно надо рабочим поговорить, обязательно надо с девушкой поговорить, с женщиной поговорить. Хотя в этом тоже есть много преимуществ, я ничего не понимаю. Ну, там было так, да, всегда, когда куда-нибудь едешь, там было как-то список, наверное, в Чехословакии тоже был. Один, чтобы был рабочий, другой был инженер, третий был. Это уже
Ну, может быть, это тоже имеет свои, это, да, как говорят, плюсы. А, теперь рабочие беседуют, что будет рабочий говорить. Пожалуйста, беседуйте рабочим тоже, да. Ну, работаю, живу, это тоже ничего. Ну, ну что ж, тогда, может быть, завтра организуем, вы поедете туда. Я сейчас вызову человека и поручение дам, чтобы вы поехали туда. Ну, это мы сделаем. Хорошо. Там снимите, вот все это дело, а потом придете, я вам как заключение, допустим, я буду, в общем, рассказывать вот это так, это так, это так, понимаете, да? Bak gör usta oradadır. Основной нефтяная ловушка находится, значит, под этот поселок. Поселок. А там на поселке экологический должен быть нейтральная зона. Там, значит, экология не разрешает, чтобы где люди живут, там бурение и там эксплуатация вести. Поэтому, значит, мы здесь бурим скважину, наклонно направлены вот в сторону поселка. Все время запас нефти под землей достаточно остается. Ну, с точки зрения только экономической. Стоит добывать этот нефть или не стоит? Не стоит. Стоит деньги вложить или не стоит? Поэтому практически, я так думаю, нефть не кончается. 150 лет, вот еще даже если мы поедем, есть месторождение Сурахана. Уже 150 лет добывается там нефть, Сурахана, Балахана. И до сих пор нефть есть, и выгодно его добывать. Почти половина бюджета, годового бюджета государства состоится из прибыли нефти. Настоящий прибыль приносит нефть для азербайджанского народа, для государства. Это абшурон, это отравленная земля, которую вы здесь видите, это экология абшурона. Это очень ужасное место, абшурон, таких мест много. Здесь фон радиации около 20 тысяч микрорентген. Кто разбирает, что такое 20 тысяч микрорентген, это поймет, что для человечества, что это такое. Это для будущего опасно будет, кто живет здесь, любой момент от этого скважины что-то случится. Поэтому вы многих местах увидите. А здесь это нефть? Вот этот был нефть. Зимой опять здесь вода собрется. Здесь опять вот грязь, опять радиационный фон создаться, опять опасно для жизни создаться. Вы, если у вас аппарат был бы, Баку, наверное, один день не жили бы, лежали давно. Здесь фон очень, 100 раз больше радиационного фона. Já mám fakt pocit, jako kdyby se tady rozlilo aspoň 20 tankerů. Za co my chceme narušit ekologický balans? No, rádi nefty, rádi pobolší gazy, na to nepůjdeme. To znamená, že nás ekologická stabilnost zabezpečuje. No, obvykle, když jde intenzivní domče, intenzivní bravý práce, и все время есть опасность экологических нарушений. И если кто-то не очень близко знаком с процессами нефтедобычи, бурения скважин, они еще больше беспокоятся, что там идет добыча нефти, что будет с экологией. Ну вот если практически вот так вас увидите состояние моря, состояние окружающей среды. Поэтому эти люди могут спокойно жить, трудиться, не беспокоиться об экологии. Вот эта зона вся, которую мы тут
Работаем, смотрим, да, если они работают, не работают. Качалки гоняют, не гоняют. Если не гоняют, гоняют, останавливаем. Они идут, это ремонтируют, бригада ремонтирует. Потом ход даем, пускаем работать. Вот это все, весь нефть этот. Это наверху нефть, внизу вода. Когда слишком жарко, эта вода растворяется. Этот пар поднимается наверх. А с вместе с паром поднимается и нефть. Вот как пар, нефть поднимается. Из-за этого у нас воздух такой тяжелый здесь. Когда слишком-слишком жарко, уже дышать трудно. Тут. И радиация тут поднимается. И воздух совсем тяжелый. Я жалею тех, которые здесь живут. Например, я 8 часов сюда прихожу, в 5 часов ухожу. А они круглосутка здесь живут. А вы давно здесь живете? Да, 10 лет. А вы вот это место специально выбрали или просто так получилось, что... Нет, мы здесь попали? Фермером работаем. У нас корова здесь. Мы держим здесь. Молоко так продаем, так все сыр мы все продаем здесь. У вас коровы? У вас коровы здесь? Да, да. Животные? Там. А вы не боитесь, что вот это, когда вы так близко живете, эти искали, что это может быть вредно для здоровья, потому что там, я не знаю, эта нефть как бы выливается из этого, это может просто... Нет, такого вредности нету нефти. Потому что у нас есть санатория, нафталан называется. Люди там этот лечение, этот как? Люди там лечатся нефтями. Нефти за этот вредность нет. Если были вредности, они же работают. А мы так ходим туда-сюда, например, не стоим, да, рядом. Они так работают, ремонт делают. Нефти вредности нет. Не, ну все равно такой запах из этого выходит, что, может быть, иногда плохо здесь чувствуете себя, или, не знаю. Надо сделать, да, такие. Ремонт надо сделать, что хороший был, лучше был. Там сверли надо посадить, или все дерево надо посадить, что аккуратно было. Наша нефть хорошая нефть, лучшая нефть. Да. А вот что сейчас Азербайджан есть, нефтью мы тут живем, в Азербайджане. Тоже, другие вещи тоже есть. А основной этот. Лучше нефть, да. Да. Мы море так чисто держим, что экология так внимательно обращаем, что у нас в море чистое, идеальная чистота, и рыбы есть, и все. И птицы, вот видите. И море чистое. Даже можно купаться. Но во время работы не разрешаем. Нельзя. Азербайджан является академией нефти. Вот как новые месторождения в любом мире открываются всегда, они обращались к нашим специалистам. У нас есть специалисты, хорошие специалисты, которые 30 лет тому назад, значит, они лекции читали и в Германии, и в Америке про нефти. Сейчас уже они научились, они уже добывают нефть. Но всегда они обращаются к нам, нашим специалистам. Сейчас вы находитесь в семье, доме Имамбердева Азиза. Который 20 лет работает. Который 20 лет работает оператором Бибибетнефт. Он мой заместитель. Он очень активный, смелый. Вот нефтяник и его жизнь. Этого квартиры он получил почти 5-6-8 лет. В течение 8 лет вот он не сможет закончить, потому что его средняя зарплата 60 долларов. Не, около 50 долларов. 55 долларов. Работа не, тяжелая работа. Денег мало. Заработку получаешь, а потом до следующего заработка где долг взять. Считаю, чтобы за 10 дней заработать, то, что мы работаем, это не заплачиваем. Знаете, на чего хватает эти деньги? Хлеб и немножко овощи, все. А дети раз, они должны хорошо кушать, фрукты кушать. Он сам сажал хорошо, что кое-что семью сможет кормить.
Он один. Жена не работает. Двое детей. Он должен чем-то заниматься дополнительной темой. Он старается чем-то мастериться. Вот что-нибудь, решетку он делает, что сможет, чтобы семьи же кормить. Поэтому быть нефтяником надо быть здоровым. Жизнерадостным. Жизнерадостным. Ну, такое условие надо создать на работе, чтобы он не чувствовал, что на работе. И он должен работать и отдыхать. Вот это мой рабочий форма, товарищ. Вот рабочий форма. Качественно посмотри. Вот качество. Вот так вот. Вот качественно. Качество. Вот так вот. Вот так далее. Вот так. Вот так вот. Мы даже этот вопрос обсуждали у себя на пленуме. У нас специально пленум провели по этому вопросу. Сегодня можем сказать, что в нефтяной промышленности практически нет проблем со спецодеждой. Если раньше это был один из самых болевых моментов, то есть люди, скажем, получали спецодежду, спецобувь, она уже выходила из строя, они не имели возможности ее заменить, потому что не получали новую. Сегодня у нас есть предприятия, которые сами шьют эту спецодежду, то есть они от кого независимы. И сегодня спецодежда получается по назначению, то есть для каждого вида работы должна своя спецодежда быть. А еще одного мы покажем, да, тоже есть. Это рабочая форма нефтяника. Вот это. А пустой карман. Вот пустой карман, да. Мне хороший. Притом еще мне хорошую рабочую форму дали. Давайте оформляем каждого за 50 долларов. И не покупайте 2-3, покупайте около 1000-2000. Да. Представляешь, деньги, прибыль от нефти куда уходит? Прямо карма. Ну что говорится о коррупции, я считаю, что это бич, который присутствует, наверное, во всем мире. Просто он где-то более сильно развит, где-то более слабо развит. Я считаю, что это для нас не самый главный вопрос. Знаете, какое место занимает по коррупции Азербайджан, который применяется индекс коррупции? От 133, 125 от 8 снизу. У кого лучше ухудшение вот идет, сами меньше у кого коррупция, а Азербайджан 125 место. Ну, во-первых, я тоже слышал про эту информацию, но меня удивляет вообще, какие существуют параметры для того, чтобы определять, в какой стране, какой уровень, скажем, коррупции. Например, я знаю, что вот мы нефтяная промышленность, сколько мы нефти добываем, конкретные цифры есть, я знаю, как это подсчитывается, это понятно. А как можно подсчитать, что где коррупция более сильно развита? Мне трудно сказать, я не специалист в этой области. И потом вообще считаю, что каждая организация, безусловно, должна заниматься тем делом, которое ему поручено, например. Он хочет хорошо жить. В Азербайджане, если хочешь жить хорошо, ты должен сказать, что они хотят сверху. Если что тебе прикажет, ты выполняешь, значит, будешь хорошо жить. Если будешь защищать человека в Азербайджане, или будешь защищать свое право, вот жить будешь так, как я. Вот так. У нас не писанный закон у нас в Азербайджане. Doprovází nás stále ideolog, který kontroluje pracovníka, co nám řekne, takže nemůžeme se moc vyptávat. Üçüncü qoydu bu qazırı. İkinəsini qazmışıq 4300 metrə. İndi hal-hazırda bu quyu 2221 metrədəyik. İndi bu dəqiqə geofizik işlər gedir. Quyunun dərinliyi ölçülür, azimutu, uğulu. Пока не умирает с голода, живут, добывают нефть для их кармана. Вот поэтому сейчас он живет так, а шестиэтажный я хочу, чтобы это 16-этажный, 20-этажный вы снимали. Я хочу, чтобы вы снимали этот вилли, который сосет их кровь. Это отмывание коррумпированные деньги, ворованные деньги.
70% Азербайджан живет в бедности. Это его жизнь, а это вилла. Вот я хочу, чтобы весь Европа увидел этого, чтобы они когда, как сказали, возят свои машины с этим бензином, как это бывает с его потом, с его душой это бывает нефть, кто-то живет хорошо, он всю жизнь будет жить так. Я здесь сломал свои ноги. Вот. Вы видели? Хромаю. Здесь сломал. Здесь? Да. Да. Это ходит, я боюсь, что сейчас упадут. Это трубы промзовые. Промзовые трубы. С этой трубы нефть выходит. Вышел, то есть. Строим материал дорого. За это я купил этот трубу. Опасно. Для жизни, для детей, для всего. Это вообще опасно. Внутри там радиация есть, да? Внутри радиация бетон. А мы привыкли, без радиации не можем жить. А? Görürsün ha kara kızıl bu diye. Değil. Eşe bu için işte. Daha. Мы не живем, мы просто существуем. Кто работает в Азербайджане, вот живут там. Я не жалуюсь, потому что я еще хорошо живу. 90% живут хуже меня. А люди, которые 5% живут, это чиновники. Вот вы заметили, они никогда не хотят о проблемах говорить. Лучше не жаловаться, вот все эти трудности, все эти проблемы лучше решат. Они выбрали такой вариант. Решат проблемы, решат трудности. Здесь работа бесперерывная, днем и ночью. Здесь работа не останавливается ни на минуту. Так что технология не позволяет, чтобы вечером спало это время. Скважину нельзя останавливать. Скважина все время работает. Вот когда Леонид Ильич Брежнев, когда у нас на эстакаде был, видел, что шторм, трудно работать. И он там говорил, что труд морских нефтяников больше, чем героизм. Вот он так отмечал наш труд. Первый секретарь СССР, генеральный секретарь. Никому то не бере. Мав викнути телефон. Там куди телефон. Лети се поїй з нами се тварите. Уж нас заволав поліцейці на нас. Зусіме заволати тому тайному тутамочку. Že už nás sledujou, jo. Už to snáš? Dokumentální film v Azerbajdžáně. Dokumentální film v Azerbajdžáně? Vy, když sem došli, vy viděli
что в нашем офисе до сих пор окна разбиты. Их разбили в прошлом году, и несколько раз у меня была такая мысль взять их заново вставить, потом, значит, что-то снова происходило, опять нас начинали ругать, я думал, что придут снова, начнут окна здесь бить, значит, толпа, вот. А ведь есть очень много правозащитных организаций, которые не портят никогда отношения с властями. И к ним никогда не пройдут, и стекла не побьют. Понимаете? Ведь те разливы нефти, о которых речь идет, они принадлежат к продуктам деятельности вполне определенной компании, да? Нефтяной компании. До недавнего времени, значит, вице-президентом этой нефтяной компании был Ильхам Алиев. Да? Сын президента. И никто не хотел никак критиковать власти. Кто критиковал, значит, нефтяную компанию, тот, значит, потом наживал все проблемы. Самый главный Дилан, это был Эйдар Алиев, его отец, наш президент отец. Сейчас он президент нормально. Они сделали для Азербайджана. Что сделали, они сделали. Его отец сделал. Таким образом, людей приучают не конфликтовать. То есть есть у тебя что кушать, где жить, сиди, помалкивай, как бы тебе хуже не было. Наши это люди тоже хорошие. Гости любят, контракты делают нам всем мировой. Century's contract on development of oil fields Azeri, Chirag and Gunashli in the Caspian Sea, which had been concluded on the 20th of September in 1994, became the beginning of laborious operation of leader of Azerbaijan state, Mr. Haydar Aliyev, which were directed to cooperation with many countries of the world and attracting foreign investments. Century's contract passed for economical development of our country, especially of oil field sector. Ну, что мы почувствовали сразу на себе после того, как был подписан нефтяной контракт века? Это то, что сильно укрепились позиции авторитарного клана Алиева. А когда эти выборы были сфальсифицированы, еще до объявления их результатов, буквально на следующее же утро, значит, из Америки позвонил Армитидж и сказал, что они будут счастливы работать с Ильхамом Алиевым. Все. Октябрьские выборы 15-го. Тогда все люди вышли за счет своего голоса. Смотри, что с ними стало. Прошло еще несколько дней, и произошли фальсификации выборов в Грузии. И точно так же американцы однозначно выступили против фальсификации выборов в Грузии. Шеварнадзе пришлось уйти. Что из-за того, что у нас есть нефть, а у грузин нет нефти, у грузин будет демократия, а у нас будет стабильность. А это две не одинаковые вещи. Скоро у нас будет Азербайджан на имя Гейдара Алиева. А вы знаете, хотели... Республику называть. Нет, Гейдар... Баку Тбилиси Чейхан хотели на имя Гейдара Алиева сказать. Ой, дали бы, я как хорошо поругала бы целый день. С удовольствием.
Раньше взял русские, называли их империя. А сейчас чья империя? Империя Бипи. Господин Вудворд, как бывший генеральный секретарь Советского Союза Горбачев, все время говорит, у нас все хорошо, мы дали счастье азербайджанского народа. Вот 20 сентября будет 10 лет контракта века, заключения контракта века. Вот через 10 лет, что я видела? And I'll have to apologize to Michael Townsend because I haven't got any BTC pictures for him. Yeah, Michael Townsend, you just see, çünkü Bakı TV'si Ceyhan'dan nəsə şəkil qoyulmuyor bizlərlə. The more you do, the less you see, David. It's all under the ground, so there's nothing to do. We're happy to take your questions. Thank you. Как ущемление прав идет людей? 8 миллионы Азербайджана народа. В том числе его, в том числе этих детей. Вот ее ребенок, внучка его, внук, будет долго отдавать. Долг будет отдавать она, которая вот около 10 миллиард инвестиций БП. Уже инвестиции каждый день, понимаете? Эти инвестиции мы должны вернуть. Этот, кроме того, который 55 проект Азербайджан для проекта финансирования взял кредит. 55 из разных из Всемирного банка, Европейский банк. А этого кто будет вернуть? Это ее правнуки. Значит, мы всю жизнь должны отдавать инвестиции с нефтью и долг от кредитов. As much oil, lowest cost, maximum revenue. There are only three things that drive the world. Is that the money that comes, the amount of oil you produce. Minus your cost, that's your profit, and that's... But maybe the problem of Azerbaijan is still big corruption, because it's Azerbaijan is in the high levels of the corruption positions. And what do you think about it? Are they able to be effective in using the oil fund money? Well, I mean, a few things. One is, we operate here. Mm. We have very clear standards. You can go onto our website and see to the standards we operate. We operate very successfully here. And in terms of Azerbaijan, the oil fund, the money that we generate on behalf of Azerbaijan goes into the oil fund. It is audited by Ernst & Young when it goes in. It is also audited by the IMF. And we disclose those figures. And we actually, you saw? We publish them. Yeah. So in terms of the, and we are the biggest revenue generator with Azerbaijan. So the money we provide in, it gets put into a bank account. And when it goes out of the bank account, it is also audited. And I think that's a pretty remarkable step. Okay. А что, подарок Таллина? Это подарили эти инвестиции нам, зарабатывали деньги, это наш нефть, на здоровье, пускай зарабатывает. Но где зарабатывает нефть, пускай уважает этого нация, это закон этого народа. We also want to shoot some BP facilities in here. I don't know if it really possible or who can give us the permission, because it will be interesting for us. We have to ask to ma'am, BTC, it's kind of virtually impossible. Impossible. Because, because we are one... Mm. To go to a BTC, it's similar to many of our facilities, but to go to a BTC facility, one, it's only 20 kilometers from Georgia now. There's very little activity going on elsewhere, because the line's all in the ground. So it's finished. It's construction, there is nothing interesting. Nothing really interesting. Yeah. We can certainly give you some archive film. Some film. Yeah, we have videos. We've got some video. Very nice, made professional by international companies, not locally. And do you think we should use it in the film? You can use it in the film. Yeah. Yep, you can use it however you want. We have, do you have? All the recent ones. Çalışana saygı duyarım, Bakü Ceyhan boru attı. Herkese saygı duyarım, Bakü Ceyhan boru attı.
Minstrels of Erzurum are famous for their romantic and somewhat sarcastic way of commenting on the news. But today they praise the national project taking place next door, the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline. In a culture where the verbal skills are far more developed than writing, it is better to talk and to listen. Verilip puldela 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113. Bak bu zonalara pul verilir. Pul verilir. Bari. Şimdi bunların bu zonalarına neft kemeri kesir mi? Hayır, neft kemeri kesmiyor. Baba. Neft kemeri buradan keçtiği halde. Baba, baba. Kemeri böyle sıkıyor ki neft kemeri buradan keçtiği halde. Bari. Bu neft kemerini adiyatı olmayan sahalara paylaşırlar. Bakacaksın, orada göreceksiniz. Onda böyle sıkıyor ki. Onda mən belə başa düşürəm ki, bu kimlərə ki bu pulu paylayıblar ha. Deməli bunlardan müəyyən məbləğdə pul tutulubdur. Və yarı 50-50-yə də. Deməli 50% onlara pul veriblər. У меня, значит, сейчас выходит статья, периодическая статья о нарушениях прав людей, где проходит нефтепровод, который им не выдали компенсации. Да. Значит, не выдали компенсации. И поэтому, чтобы глава исполнительной власти прекратить все, вот, все эти разбирательства, чтобы прекратить раскрыть его преступные деяния, он любым способом может меня арестовать. Ona göre ki, kadın, hamısı kadınlar gelip ki, bizim kişilerimiz ruhsatlı olur. Dolanmaq ucbatından, pulları yoxdur deyən, yəni dolana bilmirlər. İkinci də bəzi kişilər qalıb buraya gələ bilmirlər ki, bizim icra başçımız o dəqiqə milisiyaya xəbər verib, aparıb tutdurub, dama bastırırlar bizim kişilərimizi. Niyə siz sözlərinizi deyirsiniz? Ona görə. Они уже угрожали нам смертью. Они угрожали нас любым способом и подкупать хотели, нам предлагали деньги. Мы не подкупны. Мы хотим, чтобы люди добились справедливости и восстановления своих прав. Все. Мы рабочие люди. Мне 73 года. 73 года. Ветеран труда. Трудом работаем. Трудом деньги заработаем. Вот. Мы пахали пшеница, пахали картошка, а булдозер выкартали его, совсем испортили. Разве можно? Когда мы приходили здесь, труба ложили, мы не согласились. Я говорю, слушай, это пшеница, картошка вы же портите, подождите. Они говорят, нет, мы будем работать. И вызвали район, и полиция пришел. 20-30 человек. И нас выгнали. Все. Полиция сильная, а мы рабочие. Ах, istiyorum çabuk gelsin, Bakü Ceyhan boru hattı. İsterim yüzümüz gülsün, Bakü Ceyhan boru hattı. Bakü Ceyhan boru hattı, Bakü Ceyhan boru hattı. Так. Вот эта труба, Баку-Тбилиси, Ceyhan, нефть. И здесь проходит труба, вот наша земля. А там труба не проходит, 150 метров, 200 метров. Как это так им деньги дали? А когда труба здесь проходит? Как? По какой основании, я спрашиваю. Это справедливость? Нет. Это проблема большая. Вот это моя земля. Я опять говорю. 18, 17, 16, 15. Вот это лежит так. Спортили, а деньги дали туда. Хамидов Яшан Исаоглу. О, BBC şirkətinin pullarını, kağızlarını gəlib paylayan idi. Bir gün mən dedim, mən söyləndim ki, dedim, mənim kağızım hanı, niyə mənim kağızımı gizlədirsiniz? Deyəndə qayıtdı, mənə belə cavab verdi ki, mənim bir dəqiqəm, sizə bir dəqiqə cavab verməyim 100 dollardır. Mən sizə cavab verə bilmərəm. Köhnə xəritələrimizi gizlədiblər, təzə xəritələri çıxardıblar ortaya. Ondan sonra da qayıdıb deyir ki, düşmür sizin yeriniz. Перед глазами, все перед глазами. Это делает все районные руководители. И нас еще пугает. Полиция приходит. Это разве можно? Бәлədiyyə. Deyir ki, Əsan müəllimlə əlbir olub, deyir ki, sizi ortadan götürəcəm, səni öldürtdürəcəm.
Bunu açıp ağartma yine. Ses portini, pşenica, kartoşka. Ben bunun kağıdı neye göre deyeceğim? Bunun ölümlü vaxtıdır. Niye pulunu vermirler ki özünün öz ölümlüğünü? Ben özüm öz pulundan gördüm. Neye göre? Şimdi bak ben size bak bu erzelerdi. Dayan az, tut şimdi bu süreleri. Bak, bu bu. Erze, bu bizim erzemiz. 137 nefer adamdı. Local women were provided both the equipment and training to make work gloves for the contractors at Sangachal. Local women, whose husbands are mostly unemployed, can earn around $100 a month while still having time to look after their children and the household. Today, almost 2,400 people work on 443 kilometers of BTC in Azerbaijan. Вот. Ихня машина работает, здесь проходит целый день. Мы ничего не говорим. Пусть проходит. Ну, портит наши земли. Документальные земли наши портит. Вот всё, портили. Пожалуйста, пускай договор заключили. Куда приходит? Будь добрый. А, рабочий, когда фотографирует аппарат, они все боятся. Потому что виноваты все. У меня дети есть, внук есть, внучка есть. Чем будут они жить? Сейчас работы нету. Только земля. Земля, земля, все. А земля тоже уже испортили. Çalışana saygı duyarım, Bakü Ceyhan boru hattı. Herkese saygı duyarım, Bakü Ceyhan boru hattı. Biz ancak onu diyeyim ki bu neft şirketine göre biz üç defa demir yolu poyuzunu dayandırmışız. El olur 2 saat, 20 dakika, 2 saat yarım bir dayandırmışız. Az Petrov'u. Biz nev şirketinin pulumuzu yediklerine göre, kağıtlarımızı değiştirdiklerine göre hakikati sufut eletmekten öder. Bize baştan ilham eriyip desin ki, görüm neye göre bırakıp oyuzu dayandırırız. O oldu ki, ben canıma kest eledim ki, ben özümü poyuzun altına tutulayım. Öyle ben istedim ki poyuzun altına tutulayım, ben onlar tutulayım, böyle bir eledirip, dayan, 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 miliseler, miliseler. Miliseler beni koymadı. Miliseler beni koymadı. They want to, you to go with them to the department. Мы снимаем их не землю и разговоры с людьми делаем. Это на это никакого разрешения нам не надо. Там это их объясните, да, там объясните. Мы же не знаем, вы без разрешения. Это же без разрешения мы все вообще без Азербайджана. Özüme şairim. Без разрешения. Mugavla bağlamıyor. Bizim torpaları mahvil ediyor. Tamam, bu dozu getirip çatıracağım abi. Çok, ben kullanmam. Çok, ben getirmeyeceğim buna Şehmet'i. Vermeli aynısı ha, ufarı Hamza. Biz de tabi yapar, şimdi onu diyoruz. Bu tekrar bir bekle. Bunu bizim söz sesimizi, bizim İngilizlere, Amerikanlara, bizim hala olur, kim bu nefleri aparırlar, hamısına çattırın bizim şikayetimizi. Bir gün biz elimize belimizi alıp, lapatkanı alıp dayan, lapatkanı alıp bütün bu durbaların üstüne açacak. Vermeyecek yerimizi. Onda plyonkanı verin bana. Plyonkanı verin. Plyonkanı verin. Niye ki? Ya ben de size plyonkanı verin. Yok hele, çek hele. Çek hele, çek hele, çek hele, çek hele, koynağa arı gidersin. Polis bir adam vardı. Polis bir adam vardı. Polis bir adam vardı. Ben oğlum. Getir bir adam bir zeyi ver. Hadi hadi hadi. Sen bir dakika başına erdin. Niye diyorsun? Ne diyeyim başına? Ben başım şuraya. Ben bana izra ettim. Sen bizim kanal olmalı. Sen bizim kanal olmalı. Human rights have also figured prominently in external debates about the project. In April, Equity International, a Geneva-based not-for-profit organization, began training selected members of Azerbaijan's security forces at a base outside Baku. Akif said that it's
you must know the purpose of going, which is very good. The emphasis is on demonstrating that human rights principles can be embedded in a practical way in the day-to-day operations of the security forces that will protect the pipeline corridor. Со стороны их начальства поступил приказ, чтобы скрутить нам руки, надеть кандалы и отобрать видеокассету. А видеокассету отбирать у журналистов для того, чтобы уничтожить улики. А улики у нас есть, доказательства есть, документы есть, которые подтверждают преступные деяния главы исполнительной власти, местного председателя местных муниципалитетов и представителей местных властей в деревнях. Эти преступники, и они должны быть наказаны. Они должны быть наказаны. Процесс ознакомления закончен, потом вы задаете свой вопрос. Хорошо? Да, конечно, да. Yani biz buna daha sağlamayı hoş geldik. Tevessül Allah bizim Resulü'nün konaklarıdır. Bugün bizim de konaklardı. Ancak Cavanşir bizim el oğludur. Biz tanıyırız. Yani Cavanşir ile bunların münasibetini o maraqlandırır bizi ki. Yani huzurlar zorlar için bir insan insan gibi. Tabii ki yani biz ona söz demeyelim. Ama bravo olsun, onun yerine geyirsen karşısın. Ona göre Cavanşir benim icazə verirsə, Cavanşir benim siz görəcəksiniz. Okay, you want icazə verirsə, xətərə dəyməz. Yox, Allah razı olsun. Mən bu Allah razı olsun. Yaxşı, hələli. Al da yenə deyim ki, Allahın dostu. Bu dəfə imkan aladı kasetlə hədiyyədir. O bir kəndlər görəz nətər göz çıxardılar. Bu gün axıran aslında o arvatdan nətər cümbə, əllərində benzin ki, özümüzü yandırır. Ay, burada ona da çıkmaz, yok da yaşıdır. Burada ona yok ya. Burada deyirsən ki, yoldan tanır. Bir kim ne var? Korku, bu canınızdaki korku var, çıkmalıdır. Bu korku canınızda çıkmasa, ancak bunu verecektir. İngilizce gel, Allah'ın dostu hemşe birimizin dedi. He. Kuşka sende olur. He. Kuşka sende olur. Ya, Savaşçı'nın adı devlet yerleşimde, şu taş yani, şu yani diyorum ki, onu da demeye lazım, bu düzdür. Ben olsa sözümü deyirəm, ben hiç kimden korkmuyorum, ben sözümü deyirəm. İstir Cümşid Musab olsun, istir Paşa Məmmadov olsun, istir obisi, bubisi olsun. Benim hiç kimden korkum yoktur. Uzaqbaşı beni neyin edecekler? Daldan gel vura bilirler de. Ben kabahtan yedim ki, gelsin silahla kabahı olsun. Eğer ben onlardan korkunsa, ben naçı olun, naçıyım. Öğrenmiş, üçüncü cezası verilmişti. Yani bugün ictimai birey var. Cavanşiri ictimaiyyət qəbul edən Cavanşiri sizin yanında görəndə doğrudan şübhələnir. He also said that the society doesn't like him. Hətta Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə Cavanşirə ölüm hökmü verilmişdi. Ona görə biz hiss elədiksə biraz təəccüblü danışdı sizinlə. Biraz that's why we were speaking with you. Bəlkə də hiss elədiniz. Axı belə bir şəxslə dövlətçiliyimizin əleyhinə olan bir şəxslə dövlətçiliyimizi satılmasına
İmkan vermişler, görüşür bizim için. Yakin için. Kuş tezli başlamıştır. Devlet var. Şikayet eden yoktu, şikayet eden. Şikayet eden de, şikayetin üstünde akla gibi durup giden de yoktu. Çünkü bir sene göre, bir iki tane kok elin sonra diyor ki, vırt korktum. Devlet bir de şey var. Ya da diyor ki, benim evim kurasta değil. Bu ev yoktu, onun yeni bir tane bana elde edemezsinler. Onun da olsun, rüyası da var. Реальный факт вот этот такой. Глава исполнительной власти сам. Вы убедились, есть факты из нефтепровода, из дороги. Зайдите в любое управление, оттуда он имеет свой гонорар. Местные муниципалитеты получают от государственной казны деньги, он прикарманивает. Вот, пожалуйста, смотрите. Демиулар, что хамин нефтемарин 54 kilometre kadar mesafe Ağustafa yolunun arasından kesilir. Artık bu neft kemerinin keçdiyi ərazidə 450 nəfərə dək insanlar öz şəxsi torpaqlarından keçdiyi üçün kompensasiyalar, yüksək məbləğdə kompensasiyalar almışdır. Və bu kompensasiya ilə əhali demək olar ki, öz maddi rifah halını yaxşılaşdırmış, ev tikdirmiş, maşın almış, digər iqtisadi sahədə irəliləyiş aparmışdır. Suyumuz yox, qazımız yox, şığımız yox. Pullarımız yerib dəmir yollarda dayandırdırırıq, poyzları dayandırdırırıq, haqqımızı tələb eləməkdən ötəri. Bu neft kontraktının reallaşmasını onsuz da görürük və Respublikamıza böyük gəlir gətirilməsinə ümid var. Böyük gəlirə gözləyirik. Bizim ne? Biz xahiş eləyirik. Bizi xaricə keçirsinlər. Bu boyda milləti. Biz istəmirik Azərbaycanı. Azərbaycanda yaşamaq istəmirik. Azərbaycanda yiyinti çoxdur. Satqınlıq çoxdur. Cəmaatın başını kəsirlər. Yetimlərin pulunu yeyirlər. Havaqa kimi. Biz gözüb götürə bilmirik. Hamı xəstəlik tapıb. Xəstəlik tapmadan malicə də eləməyə imkanımız yoxdur. Ayda 10 şirvanla malicə eləmək olar. Nəyə görə hamısı nervidən bizim kəmərlərimizi özlərinin balalarına, öz qardaşlarına, öz bacılarına, öz əmsi uşaqlarına, qudalarına, qayınlarına yazıb bizim kəmərimizin pullarını. Təbii ki, bayaq sizlə işləyən sizin yoldaşınız hansı ki, dövlətçiliyimizin əleyhinə olan insanlar bu kəmərin tikintisinə mani olmaq istəyirlər. Ancaq buna baxmayaraq, komissiya hər bir insanı bir-bir araşdırıbdı, təhlil edibdi. İcra hakimiyyəti başçısının yanında təhlil olunub dəfələrlə. Heç bir kəsin haqqı tapdalanmır, heç bir kəsin torpağı ədalətsiz olaraq zəhd olunmur. Mən deyərəm ki, mən həm də o komissiyanın, torpaq ayrım komissiyasının rayonunda sədriyəm. Mən demək olar ki, tam problemsiz Ağustafa rayonunda bu məsələ həyata keçirilir. Здесь нацистский режим. Я вам показал сегодня район тоже, и вы увидели, что здесь нацистский режим. В этом районе нацистский режим, полицейский режим. Кто-то голову поднимает, его глушит, душит. Не дает возможности. Все. Вот такая игра. И все начинается оттуда. Нефтепровод, сами сегодня убедились, да, какое состояние было там. Какой приказ оттуда поступил в отношении вас, в отношении меня. Тогда зачем это провод? Здесь людям от этого только вред, а пользы нету. Просто люди боятся. Они дальше этого района не видели, чтобы дальше этого района жалоба вышла. Поэтому люди боятся. Он вышел и сказал, что если я допущу еще раз такое, что без разрешения местной власти, если я куда-то полезу, то они предпримут в отношении меня меры. То есть можно сказать, что Костин сказал, что мы вас арестуем. И сегодня уже поступил первый сигнал угрозы. Поэтому я остерегаю, что даже, может быть, в отношении меня этого не будет, но в отношении родителей с моей семьей будет.
very little activity going on elsewhere. The line's all in the ground. There is nothing interesting. We do have a lot of materials. Yeah, we have videos. Very nice. Made professionally by international companies, not locally. Yığılmayacak, bıçağımasın pulunu vermeyecek. Gedir lapatlarını götürüp turbaları suna açacak. Yığılıp koşun düzeldik de. Cahamattan var efendim. El elemesek de siz bunlar düzgün bir У вас есть сувенир? Нефтяной. Качалка буронейная? Это нефть, да, бурок. Только на азербайджанском, да, и на его. Где, откуда нефть выходит? Это наша добро. Вы знаете, что Азербайджан давно добывает нефть. Более 150 лет Азербайджан добывает нефть и газ. Да? Это правительственный телефон. Заново начнем. Да. Иногда они будут звонить. Что делать? Ничего не будет мешаться? Положи трубку, да? Положи. А? Нет, здесь добре. Я могу снять вот это. Вот это я могу снять. Да. Не один, а один телефон. Откуда наше добро выходит? Нефть. Вы думаете, что это добро? Конечно. Вот. Ну, добро как означает? Что нефти у нас много. Только можно сказать, что республика большая очень. А самое главное, мир большой. А самое много у нас нефти. Вот нефть для Азербайджана, вот этот подарок, который издалека увижу, чтобы вышка. От этого выгод я не увижу, мои дети не увижу. Как я говорю, я гражданка Азербайджана. Со мной вместе миллионные люди. От этого вот я это буду увидеть. А группа людей, нефтяные магнаты, семья, президентские семьи, увидит настоящая эта вышка. А для меня останется вот этот, если останется. Поэтому, когда я вижу вышку, я вспоминаю коррупцию. И Европейский банк тоже знает о коррупции, которой они дают кредиты нефтяных проектов, молчат. Государство знает о коррупции, молчат. БП знает о коррупции, молчат. Значит, они втроем вместе работают, чтобы Азербайджан и коррупция больше. Вот это мое счастье, вот это. Здесь вышки, фонтаны нефти и прочее, прочее, прочее. Вот. То это символ наживы. Причем вы сами понимаете, что нефтяной фонтан – это один из самых варварских экологических грязных, значит, способов добычи нефти. Но это означает легкие деньги, то есть фонтан, значит, доходов. Так? То есть вот сейчас наша экономика ориентирована на нефть. Наверное, это очень хорошо придумали. И мне, конечно, очень я рад, чтобы все-таки труд нефтяников Азербайджана всегда ценилось и сейчас тоже ценится. Это для меня, который уже более 50 лет работал в нефтяной промышленности, это очень отрадно. Тысячи манат, которые один хлеб можно или бутылка воды можно. Вы сами видите, чтобы от этого кто хорошую жизнь видит, а от этого вот это сами видели. Бедные рабочие, которые все время в долгах живут, в магазине. Которые, вот сами, вы сейчас на правом сторону, вы сами видите, вот радиация.
это опасно для жизни. А это такая обстановка рабочей работы. Вот горе Азербайджан, это везде черное золото у нас. Не черное золото, это черная беда наша. Ну, я не согласен с тем, что нефть есть, покупают. Наоборот, нефть всем погоду. Идите, никто же вас не заставляет, что взять эту нефть себе расходовать. Пожалуйста, вы развиваете свой отрасль. Ну, это, по-моему, Азербайджане не произойдет. Азербайджану все будет параллельно и добыча нефти, и добыча газа, и связана с добычей нефти, добычей газа инфраструктура. Так что в этом я опасности не вижу. С торговли на базарах России азербайджанцы имеют в 3 раза больше доходов, чем от нефти. Вот он, пожалуйста. Значит, на самом деле это у нас не нефтяная республика, а баклажановая. Вот. Не банановая, а баклажановая республика. Вот. Если будут расти у нас фрукты и овощи к тому моменту, значит, мы не пропадем. Еще в советское время, значит, Азербайджан называли огородом Кремля. Да? Матрешка, это, знаете, ручная работа. Это такой сувенир, что очень интересный. Единственное, что открываешь, они все в комплекции. То сейчас вышли новые матрешки. Вот эти с мультиками. Президенты. Можно сказать, всех наций есть. Самое главное, наш тоже президент есть. Самое главное это. Потом певцы, иностранные певцы только, футболисты, вот эти новые матрешки. Потом мультфильмы все. Что это значит, что вы Юрий, здесь в Азербайджане, у вас здесь этот актер? Это же тоже, это, то есть борец, который против был мафии. То есть он, работая правоохранительных органов, то есть комиссаром полиции, воевал мафию. И мне это импонировало, этот его борьба. Поэтому я решил, что его плакат должен быть в моем кабинете. Хотя бы, когда заходят, все немножко хотя бы думали, что здесь сидит тот человек, который умеет бороться, и он где-то морально дружит с теми людьми, которые ведут всегда борьбу, то есть не боится. Террористы, Бен Ладен. Можно очень... показать? Можно, да. Конечно. Здесь очень интересно. Бен Ладен. Саддам. Ясин Арафат, потом это Муссолини, Италия, итальянцы, и Германия, Гитлер. То, что творится все этот Азербайджан, Кавказ, это нефть. Гитлер что хотел? Гитлер не хотел кавказский курорт, Гитлер хотел нефть. Ему интересовал нефть. Поэтому Гитлер в то время сказал, что Баку ни одну бомбу не должен упасть. Баку мне нужен целый. А он влюбился только в нефть. Все это политические игры, все это перевороты, все это там, что творится, все это за нефть. Если не было бы нефть, никакой этот потасовки, там что как-то ничего не было бы. Это наша беда. Это генеральный прокурор республики. Мы даем коллаж, он рекламирует этот порошок. Что там написано на этом? Вот там написано, что если вы еще в оппозиции, тогда ждите нас, мы придем, арестуем вас. О, генеральный прокурор республики. Они, конечно, не хотят, чтобы выходил такой газет. Не хотят. А это... Есть вот Путин, с Джордж Бушем вместе тоже, да, что у них дружеские отношения, поэтому их совместно сделали. Министр обороны. О. Это Гейдар Алиев, отец. Это сын Ильхам Алиев.
Это жена Гейдара Алиева, мать Ильхама Алиева. Это дочка Гейдара Алиева. Это внучка Гейдара Алиева. Ну, это, в общем, модель, построенная на династическом принципе. Вот. Я сомневаюсь, что, в общем-то, у семьи, физической семьи Алиевых будет достаточно интеллектуальных и человеческих ресурсов для этого. Вот. Все эти фигуры, они же не избраны же были народом. Да? Но я не говорю, допустим, там дедушка, у него была харизма определенная. У сына деда уже харизмы не было. Вот. Без поддержки американцев его ожидала бы судьба шварнанца, ему пришлось бы уйти. То есть вот он на этом месте исключительно благодаря уже американцев и британцев, нефтяных государств. Вы в нефтяных камнях были разве? Нет. Нет, там на весь... А! Сейчас, ничего. Они являются внешней опорой этих бюрократов советского восточного типа. Один остался, то и это уже правительство четверть значит. Какая разница, допустим, там британцам или американцам? Там сидит, допустим, людоед, как в Центральной Африканской Республике, или там коммунист, или фашист, или демократ. Неважно, бизнес-то идет. Стабильные условия для бизнеса созданы. Можно надеяться, что при жизни вот этого, допустим, президента, по меньшей мере, ничего не изменится. И вот такой цинизм, деловой цинизм, да, деляческий. Делаем, нормализируем. Потом то, что мы начали иностранными компаниями на суше, значит, заключать контракты. Они много помогают, они много работают. В общем, вот эти вещи, вот все это идет, делается. Ага. Поэтому я думаю, что в этом направлении тоже будет, значит... Ключевым, значит, является вот этот вот нефтяной интерес. Если бы не было бы здесь нефти, ни американцы, ни британцы не поддерживали бы эту семью. Разные цены. Да. И вот эти 80 тысяч стоят. Террористы 80. Да, 80 тысяч. Эти тоже 80 тысяч. Только наш. Американцы покупают. Да, Белладена американцы тоже покупают очень. Наш президент стоит 250 тысяч. А почему это? Разница, да. Знаете, Белладен очень много, Джордж Буша очень много везде. А нашего президента только у нас. И тоже все любят. Гейдар Алиев жил и будет жить. Ну что, какая была Азербайджан? Как жил население, безработные, тяжелая жизнь, долг в магазинах, люди покидают республики, аресты, ущемление прав человека, диктаторный режим. Кому-то завтра что-то не понравится, имею в виду. И может расправиться там. Но другой выхода тоже нет. Сопротивление должно быть. Вот поэтому вот вы задали вопрос о картине, которую я имею в виду. Я думаю, что ему тоже было опасно. Но он был актер, а везде звезды. Но этот материал из жизни берется. Актеры тоже, жизнь тоже театр. Не знаю, этот, наверное, Шекспир сказал. А мы актеры. Вы тоже актеры. Я тоже актер. А сегодня он тоже играл эту роль. Он же не был так. А мы все актеры. Я бы хотел быть хороший актер, но не только в плохой роли. Согласен. Поэтому где-то бывает какой-то импульс взять. Лучше пусть такие будут картины, чем картины в многих кабинетах видели, наверное.
Вот. Ну, когда покупаете нефть, дай Бог вам здоровья, какая-то доля этих доходов, она, значит, попадает до азербайджанцев. Но знаете, что 90 с чем-то процентов этих денег оседает в кармане у наших чиновников. Вы инвестируете, значит, коррумпированную бюрократию в Азербайджане. Вот что происходит. К сожалению. Сейчас я желаю, что была Чехии возможность больше нефти взять, денег было, валюта была бы у нас. Да, и я думаю, что и если можно будет, чтобы в дальнейшем, наверное, у нас был один такой этот руководитель, он всегда говорит, что везде есть нефть, только надо хорошо искать. Чешскому народу тоже я желаю, чтобы они тоже все-таки более-менее хорошо искали. Может быть, даже в Чехословакии можно найти хорошие крупные месторождения. Если в этом надо будет помогать, Азербайджан всегда готов к этому. Да. Hadi 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 hadi